Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии Финма выдала лицензию криптовалютной бирже. В официальном пресс-релизе биржа отмечает, что лицензирование – это результат более года значительных усилий. Управляющий директор криптобиржи Бернхард Кауфман сказал, что государственное соучастие имеет решающее значение при создании платежного бизнеса. Хоть это и впервые для Финма, однако служба уже совершала и другие активные действия в криптопространстве, добавил Кауфман. Отметим, что получившая лицензию Payment21 сейчас обрабатывает биткоин-транзакции от имени поставщиков электронной торговли, позволяя им принимать криптовалюту в качестве оплаты товаров и услуг.